Приветствую всех. Внимание, это нечто. В Китае Кока-Кола будет продаваться в качестве средства для прочистки труб. Безалкогольный газированный напиток Кока-Кола, производимый американской The Coca-Cola Company, согласно решению Центрального комитета Китая по качеству пищевых продуктов, будет переведен в категорию сантехнических жидкостей, рекомендуемых для прочистки труб. Как отметили ведомства, причиной такого строгого решения стали научные исследования содержания напитка, а также его влияние на здоровье человека. Для опытов были отобраны более 500 заключенных китайских тюрем, принимавших Кока-Колу ежедневно 3 раза в день в течение 6 месяцев. В итоге для 75 эксперимент закончился летальным исходом, а еще 150 стали инвалидами. У них обнаружено хроническое заболевание различные и принесли различные степени тяжести для организма. Комиссии также были сделаны выводы об опасности газированного напитка для жизни и здоровья человека, что вылилось в постановление о немедленном изъятии Кока-Колы из всех продуктовых магазинов страны. При этом дополнительно были отмечены и положительные свойства жидкости. В частности, она рекомендована для продажи в магазинах и отделах сантехники в качестве эффективного средства для прочистки труб. В 2006 году в Турции впервые в мире против Кока-Колы начали судебное разбирательство по поводу состава напитка. На этикетке обычно пишут, что в Кока-Колу входит сахар, фосфорная кислота, кофеин, карамель, углекислота и некие...